Да не, я такое фуфло брать не буду. Впаривайте это нищебродом. Нашли лоха. Да не надо мне. Маш, смотри. Тимофей Кросс, как из рекламы. Да ладно. Они же стоят, как квартира в центре. Да, это они. Увидели. В чем дело? Тс. Посмотри, в каких кроссах Тимофей сегодня пришел. Вы что, думаете, что это оригинал? Это 100% подделка, причем дешевая. Вообще-то я все слышу, и ты не угадал, дядь. Это оригинал. На, посмотри. Кому ты чешешь? Ты че, миллионер какой, что ли? Откуда баблишка на оригинал? Да папа у меня поднялся. Бизнес пошел в гору. Теперь наша семья самая богатая в городе. Подожди. Это что, часы как у Моргенштерна? Да, мне батя подогнал за высокий балл по физре. Неплохой подарочек. Что же он тебе подарит за высокий балл у анакондовны? Не знаю, может яхту, ламбу или феру. Ребятки, вы мой телефон не видели? Нет. Вы найти не можете? Угу. Наверное, в троллейбусе. Из сумки вытащили. Ох, бедная, бедная я учительница. Да не переживайте раньше времени. Может, найдется еще. Конечно. Вы в полицию обращались? Мне сразу сказали, что... дело не раскрыть. Тоже мне проблема. Обойдется. Самое. Вот, дарю. Как даришь? Это же тот самый... дорогущий! Какой там дорогущий? 11-й. Я вообще выкинуть его хотел. Ты что, выкинуть? Как можно? Тимофей, это слишком дорогой подарок. А я буду деньги тебе отдавать из зарплаты. Ну зачем мне эти ваши... гроши. Ну, оставьте себе на шляпки или что вы там носите. Ой, правда? Конечно, берите, не парьтесь. Спасибо тебе. Это поступок очень дорогого и щедрого молодого человека. Пойду номера телефонов в него запишу. Какой же он молодец. Не думала, что в Тимофее есть столько благородства. Ага, я тоже не ожидала, что он училке телефон подарит. Мне бы тоже новый не помешал.
Я посмотрю дома, может, еще какой-то ненужный валяется. Правда? Спасибо. Вы серьезно? Он тут понты крутит на полную, а вы и рады? И вообще, мы этим доску вытираем, а не обувь. Разве это обувь? Это произведение искусства. Это точно. Надо что-то делать. Как же его попустить? Новый айфончик, прекрасный телефончик. О, Анна Кондовна. Ирина Анатольевна, у меня к вам срочный разговор. Кирилл, ну что ты в самом деле, а? Что ты хотел? Понимаете, Ирина Анатольевна, Тимофей резко разбогател, и я на его фоне выгляжу как бы не очень. Ну да, не очень. То есть, при чем тут богатство? Важны личные качества, а не деньги. Вы это Маше расскажите, когда она за меня в буфете расплачивается. Да, нехорошо получается. Ну, а я что могу поделать? Ирина Анатольевна, запретите носить брендовые вещи, часы там всякие. Короче, чтобы Тимофей был как все. С чего вдруг? Как ты себе это представляешь? Он имеет на это полное право. Да? А такие подарки дарить учителю, он тоже имеет право? Не попахивает ли это взяткой? Ты что? Какая взятка? Это практически... милостыня. Пистолиной учительницы. То есть помогать вы мне не будете? Прости, но я не намерена ставить палки в колеса такому прекрасному, щедрому мальчику с таким добрым сердцем. Ну ладно, ну ладно. Постой! У нас же урок! Пойду в буфете, под столом монетки пособираю. Может, на бочку хватит. Каждый день какие-то трагедии. Новый телефончик! Прекрасный телефончик! Ребята, записываем новую тему урока. Какую тему, Ирина Анатольевна? А, тему? Я сказала тему? Нет, пишем сочинение. Да, сочинение. Какое сочинение? Любое. Девочки, вы что, не видите, что я занята? Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Тоже мне... защитница богача. Кирилл, ты почему не на уроке? Потому что я тут справедливость устанавливаю. Взяточница? Слушай, это серьезное обвинение. Ты уверен, что это правда? Уверен. Она на глазах у всего класса приняла в подарок от Тимофея телефон. Да ладно. Ирина Анатольевна? Я ее знаю как очень порядочную учительницу. Вы ее знаете как очень порядочную учительницу, а я ее как взяточницу. Так, подожди, пойдем во всем разберемся. Попались! Лилия Валерьевна, вы о чем? О вашей жадности и продажности. Да что вы себе позволяете?
Я самая честная женщина в этой школе. А может, даже и в городе. Да? А про телефончик? Вот этот. Вы ничего не хотите рассказать? Ох, хочу. Точно, я же вас еще не видела. Представляете, мы в троллейбусе украли. А Тимофей мне свой отдал. Вот человечище. А взамен вы ему что пообещали? В смысле? Ничего. Он просто так по доброте душевной отдал. Да-да, по доброте. Жаль, женщину стало. Горе. Слушайте, женщина в горе. А вы вообще видели, что... Общественность думает обо всем этом. Какая общественность? А вы в коридор выйдете и узнаете. Я не виновна! Это провокация! Поклёп! Наглая ложь! Да? Телефон есть? Есть. Тимофей есть? Есть. Вон, миллионы свои сидит, считает. Завидую молча. Кирилл, так это ты? Больше некому. Все в классе были. Что с этой Кирилл? А может это... Лиля Валерьевна! Ты совесть-то имей? Я вообще только пришла! Ладно, это я! Будете знать, как восхищаться этим богачом! Да как ты посмел меня очернить? Ты наказан! А у тебя деньги еще остались?